разработали игру, чтобы вывести нашу компанию на Kickstarter. そして、この会社をですね、海外でスタートアップしようと思っております。И вот мы вот вспомнили страницу, вот, и Kickstarter уже сейчас есть. Игра выглядит примерно так. У вас видно, да? Видно, видно. そして、そのためには、ウェブページを購入してですね、Kickstarter という。Это вот мы на Kickstarter сделали. Какой здесь, да? Ну да, раньше. В чем идея игры? Идея игры в том, что в плейстоценовом периоде, то есть в каменном веке, жили на территории Земли великие животные. Простите, плохо слышно что-то со звуком. Да, ну, короче, каменные веки, да, где жили каменные люди, жили мамонт. Вот так объясняю. Секки-зидай, кудай мамусга. У них была своя аудитория, своя культура мамонтов. Мамонты жили с бизонами, и они были разумными существами. Демокаси мамусту, а то байсон. Добуцга, ирэйро сэндэмэшта. Они были шерстистые носороги, пещерные медведи, полярные волки, олени. У каждого была своя раса, и они жили на местности. Пока не появились люди. Люди начали их истреблять. То есть, нингенга, И звери тогда объединились и начали строить портал, чтобы убежать через портал в другой мир. Видите эти фигурки наши? Вот. Вот. Добуцга, у каждой расы есть четыре типа воинов. Это лидер. Шаман и... Шаман. Вот. И таких у нас раз, восемь раз, это есть саблезубые тигры. Скажем, это мама. Вот шерстистые носороги. И бизоны. И еще четыре. Вот, вот бизон, тут есть история, кто такие бизоны. Байсон, но экисацию. И основной враг это люди. Люди рождаются. Начинают охотиться на зверей. У людей есть духи-покровители земли, воды, огня, которые защищают и помогают. Задача зверей – это ходить по огромной же карте и искать элементы портала. Они должны, звери, построить в центре карты портал. То есть довольно кстати, но когда с каждым уходом идет деградация, то есть звери тупеют, потому что пошла какая-то и исчезает их магия. Они должны успеть с каждым шагом найти и построить здесь в центре карты портал, с помощью которого они смогут убежать. Слушайте. その一手を打つごとにですね、動物の知能が劣化します。ですから、できるだけ早くやらないと、このゲームに勝てないようになっております。 Ну вот эта игра, и мы хотим собрать где-то от 800 тысяч долларов до 2 миллионов долларов.
Вы хотите, что, простите? Собрать на Kickstarter от 800 тысяч долларов. Минуточку. И сейчас мы ищем партнеров в разных странах. Уже есть один партнер из Южной Кореи. Партнер из Южной Кореи готов купить, готов купить 100 коробок, первых 100 коробок. Готов купить что? 100 коробок. А, это сколько? Ну, в деньгах. 100 коробок. Одна коробка сколько стоит? Одна коробка стоит 120-150 долларов США. Кстати, куно Канкоку ну патно, да, сне куно гейн ну 100 сетто, 100 сетто, да, это 120 долларов, на если 150 долларов. И куно Канкоку ну патно, а, ма 100 сетто, а, кау юи га декитер то итмас. 100 сетто те и кара те? ワンセットは150ドル。Внутренности коробки выглядят вот так вот。このセットのこの箱箱に入ってますね。で箱の中身は今この通りになってます。Долан, я думаю, надо объяснить, что такое Kickstarter. Kickstarter это... Kickstarter, вот у меня была презентация, конечно, все это дело, но презентация не открывается. Это какой-то sales note, блин. Ну, вот что делать-то, ёпта. Так уж вышло. Может, ты откроешь, Ваня, презентацию, ты сейчас начнешь сам рассказывать по презентации, именно ту, которую тебе открыл. Kickstarter, это потом по-японски он посмотрит, это все есть тут. Я думаю, мы на этом специально не будем останавливаться. Это краудфандинговая площадка, где собираются проекты, и они собирают в день там 2-3 миллиона. Иронно проекты, а смотрю, мы платформ это, оно, монобус, на Kickstarter. Так вот, оно, дивно, все хим, оно с этой, дискин, а смотрим. Демонстрация у вас видна, да? Да, видно. Ма, татуя буквально тори, да? Да, это все очень наглядно, да, все очень понятно, спасибо. Происходит, и мы сейчас заполняем, на стадии заполнения страницы на Kickstarter. Да, вот эта статья, как оно, Kickstarter, но оно, контенту, да, на ее цметимость. И у нас цель тоже так же собрать. Вот так же. Ну, где-то 1 200 000 долларов. Суде, конотория здесь, да. Да, понятно. Сейчас вот Иван Макаров покажет нашу презентацию нашей компании игры и тех проектов, которые мы делали. Иван сам, да? Макаров сам. Интернет, но... 専門家、彼はそのプレゼンテーションを今紹介します。会社のプレゼンテーションを紹介します。Так, компания называется Toy Toy. Ее основали, скажем так, люди, которые неравнодушны вот ко всему этому гиковскому, настольным играм, миниатюрам, коллекционным моделям. Как давно компания учреждена? Компания... Ну, вообще, люди собрались уже где-то лет 5 назад, а компанию основали уже 3 года назад. То есть это было хобби, которое вот переросло
в работу.投資は趣味としてやってました。で、それはあとあのビジネスにつなげました。Да, ведь нет лучшей работы, чем хобби. Так. 趣味が仕事になることが一番いいことですね。Так, вот, и зародилась идея создать собственную настольную игру, которая называется Mamantodus. Вот, собственно, все участники этого. Это team member, да? Так, это у нас наш художник Вавилов. Он делает прекрасные арты. Он сделал все арты для нашей игры. アートデザイナーですね。彼がこれ、このキャラクター全部彼が考えたんですね。Мы создали собственный мир, мир, который в плейстоцене. Мы сделали фабулу того, что люди изменили историю о мамонтах, о тех животных. То, что раньше животные были разумны, у них была магия, но люди, как бы сказать, покорили их и переписали историю. Мадюцу Моцкатти там, что тогда же Нинген ла Добуцу Мкатте, и рекси о компонтеки Мкайта, тою концепту. И наша игра повествует вот конкретно о последней битве между людьми и древними. Доуцтай Нинген, но сайго на кэшшосе о тема ништа геймдес. Так, это небольшое описание игры. Ну, я скажу, что будет множество миниатюр в этой игре. 4 расы по 4 миниатюры, 8 миниатюр людей, 3 миниатюры. Короче, куча миниатюр, которые мы создали сами, наподобие вот, вот таких вот игр. Вообще мы хотели сделать бонусы к стартовой игре, но это покажет старт кикстартера, как он будет вообще идти, наш проект на кикстартере и так далее. Поэтому вот, ну, такие вот, скажем так, сувениры хотим вложить, возможно. この、ゲームの、ゲームの、箱にですね、こういうような、ギフトにしたいものを、小さな彫刻とか、首飾り。まあ、とてもミニアチュールは、Ну вот, мамонты есть, Ну, это игровые миниатюры, которые будут использоваться в игре как фишки. То есть показывать на карте они будут стоять. Вот, люди есть, которые тоже будут воевать. Это разные версии. Вот это мы хотели более упростить, чтобы миниатюры не были... Возможно, будет и такая версия, это будет, ну, как бы карманная. Ну, これは, портабл, ですね. Кейтайの, генкиのための, кантанна. Так, а до этого мы специализировались на миниатюрах. Миша, иди, пожалуйста. Толщина, この, На миниатюрах. Вот это наша страничка, мы на ней размещали. Мы в основном делали упор на создание коллекционных миниатюр по игре Warhammer 40 тысяч. Так, мы с этим Warhammer выходили на Kickstarter. Мы, конечно, назвали немножко по-другому. Космические легаты. Вот в 2019 году мы собрали
Сколько мы собрали долларов? 406% 16 тысяч. В общем, в 2019 году мы в первый раз вышли на Kickstarter, поэтому и до этого выходили, но по-разному в разных проектах, но вместе мы вышли в первый раз вот именно в 2019 году. И сколько собрали? За месяц мы собрали 16255. Это было тут. Ну, это была не настольная игра, это были вот конкретно миниатюры. Ну, курила гейм, где она челкоку уру. Это коллекционные миниатюры, не игральные даже. Значит, оно коллекцион, но там именно может быть. Угу. Вот второй наш проект. Уже в 2020 году мы вышли уже с игровыми миниатюрами. И уже собрали два раза больше, да? Ну, курила гейм, но там и не скута. Тёкуку, да? Да, сон токи, байграй, но камень отсмотрится. И вот мы готовимся к нашему третьему, по счету, получается, к Кикстартеру. Уже с нашей И вот Kickstarter вообще рассчитан, целевая аудитория там преимущественно Америка и Европа. Вот. И нам нужна будет помощь на выход на японский рынок, на корейский, вот, Азии, рынки Азии. Азия-шокуку-кикстартер-саппорту. Вот, и поддержка, выход на продавцов настольных игр и так далее. Да, но Kickstarter, тот снайдует.